Ямал согласовал с публично-правовой компанией Фонд развития территорий программу расселения жителей из аварийных домов, признанных таковыми с января 2017 года по январь 2022. В округе уже расселяется такое жилье, но в рамках собственных программ. С началом работы федеральной возможности региона увеличатся. В соответствии с заявкой до конца июня 2025 года в Салехарде, Губкинском, а также Тазовском и Пуровском районах будет расселено 416 квартир общей площадью почти 19 тысяч квадратных метров. Также губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, будучи в Губкинском, анонсировал еще одну жилищную программу. Следующий этап – это будет стимулирование и помощь в создании индивидуального жилья. Это новая веха будет в развитии наших городов. В Губкинском мы видим, что это тоже востребовано. И будем это уже в следующей новой большой программе и это тоже поддерживать. Добавим, что на Ямале работает много жилищных программ. Одна из них – пилотная, апробируется в Салехарде и Губкинском. Средства выплаты за аварийное жилье можно вложить в покупку нового строящегося по договору долевого участия жилья или использовать в качестве первоначального взноса для ипотеки.